Всем привет, друзья, канал Мусолимп. В работе у нас Hyundai Solaris. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный компонент с пульверизатором. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы общаемся с владельцем данного автомобиля. Предложили ему прогреть штатные подкрылки таким мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм, называется он BlockShot. Владелец согласился, пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Показываем, задний обработан подкрылок. Площадь максимально обрабатываем. Так выглядят готовые подкрылки. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!